Да мы ее добивали. Ну, какая разница? Все выжили. Ты видел, сколько хп у этих... у нашего рейда было? Какая разница? По 20%. Давайте так, у кого есть масса кра, кроме танка? Ну, у меня есть. И у нас есть мастер аур, 3 штуки, надо Я тогда буду анонсить, давайте там по очередности. Сильваныч первый, потом Рос, ну, именно по массе вам. Сильваныч, Рос, Расмус, Корнес. В такой очередности. Донт и Неверу туда же. Ну да. Я пытался ставить этот, но мискликнул. Ну сейчас, если бы мне дают косяк, нормально по таймингам. У нас сейчас два человека играло с этой дыры, Войд и Карм. Ребят. Ну потому что Невер сдох. Кто там еще? Кого должен играть? У нас Трищ еще должен. Ну когда Невер умер, я начал играть. Че, вы про что? Играйте в звезды. Их надо убить. Невер же сказал, пока не играйте в звезды, пока я дохлый, типа я метку поставил. Нет, я поставил метку типа до. Ну, типа мы бьем первую, вторую, третью, четвертую. Все, хорошо. Это нормально, Невер сейчас не сдохнет, и все будет хорошо. Ресет собрались, играют у нас по звездам. Войд ставит метку Невер, играет Невер, играет Кару, играет Дрищ. Видите звезду, сразу же ее заливаете. Просто одну за другой. А у кого есть сакры плюс чат? Сильваныч, Корнес? Сильваныч, Корнес, у меня мастера. Окей. Нам пока три достаточно, если что, потом сменимся. Сильваныч первый, Корнес второй, у тебя мастер аур. Окей, давайте. Там кто-то писал, что 2-3 минуты АФК. Диабло. Диабло. Все. Боже, без него пойдем? Да, ну такое. Ну, 6к давал. Ну, это все равно нормально. Ну да. Он тут. Все, Диабло, заходи. Отлично. Кто там к ним прибежал? Карп, ты еще. Тоже заходи. Изука? Просто я не вижу чек. Все, все давай дебанку. Давайте фикси, забирай первый. Что, я один из всего рейда на 100 IP? Бурстовые. Вагоны. Забирай такая. Стакнулись. Мелики кучнее кичань. Кара, точнее, мили. Много в мили. Хоть возле портала нормально стоите, ада. За боссом дальняя. Милики, сейчас перебежали, быстро. Не добивайте пока. Кара, мили, мы перешли. Мастер аут. Я дал. Прохил. Все отлично, возле ромбика туда будем метку заходить. Метку сразу поставь, где будем заходить. Будем заходить возле ромбика, готовьтесь, скоро будет заход. Сейчас будет кара, будет заход. Милики, готовьтесь, у вас очень много в одной точке. С милики стоим на месте. Вот это вот кто там стоял, я осуждаю тебя, человек.
Все, по звезде под одной сыграйте еще, как можно сильнее. Сейчас будет суровый. Все, не добивайте, просто заходим. Готов выйдем с акра нужна будет. Масса акра, Гранес. Дальний поставил. Лоу хп, лоу хп, лоу хп. Переключились. Всем привет. Привет, привет. Тихо. Еще одного. Добиваем. Элики, ставьте Элики, Криченьку быстро стакнулись. Берегитесь. Кара, назад Милики отбежали, все от босса, от босса. Подбежали. Блять, вот кто там стоит, сука, я тебя в следующий раз вычислю. Извините. А там зам. Это где? В милизоне. Играем, 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 играем. По фут. Новые созвездия появились. Кара, перебежу. Милики, назад от босса. Мастер аур, мастер аур. Нету ни у кого ничего. Раз. Метка. Иди. Звезда. Заведите, заведите. Они не успевают без меня. Готов. Не мастер, дали бы. Кара, перебежали милики сюда. Сейчас подойдем. Фазовый. Фазовый, спрячемся. Выходим и все в боссу. Нет, пиздец. Кто там закрыл? Нормально, 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 играем в босса. Ферониси. Сейчас было плохо. Фройд, Тарас, АБР, Тарас, БР, меня идеальный... Кубо можешь. У меня КД. Сейчас взорвется, взорвется. Все, прохиливайте. Кара, отошли. Все в босса. Просто играем в босса. 8%. Прохиливайте рейд. Карась, БР, донт, пранк, да. Милики стакнулись, скучнее, печеньку. Призды появились, бомжи, дайте фикси. Призд, бафни на хп. Готовьтесь. Кара, перебежали, милики, быстро. За спину. Все, переводим босса. Все в центр встали, чтобы не провалиться сейчас. Поставил ты там. Падают твои бомжи. Отдай их. Берегите. Кара, милики. Кара, отошли. Бля, а есть у кого-то запись этого боя? Мне очень нужно. Увы, нету. Я потом посмотрю после боя, кто там стоял. Сошли. Два раза просто в милизоне человек спавнит, блять, нам этот... Вдали от кемпа. Кара, вышли. Кыш, кара, кара, кара. Просто играем в босс, это манекен. Сибирь. Донт, они без меня хуй успевали заводить сферы, блядь, их 4 или 5 штук летало. Да, блядь, неважно, это все такое. Да, ну да, нет, их убили. В конце полутали. Космос, слушайте, я такого еще не видел. Вот это охуенная штука. Красивая. Нужно было мне на локо идти. Плюс Волонир, слушайте, арбалет. Неплохо, довольно неплохой лут. А у кого-то это первое убийство Алдалона. Ну да, ну у нас там типа всего два человека было новичков, вот это не важно. Ну, как, Крипа, ты слышишь? Да. Тебе, ты говоришь, нужна триня Скалагарна сильно, да? Тогда я пойду на Лока заберешь, если упадет. Ты там писал, что-то ретрика починили, что там ему сделали? Вернули обратно, теперь печать повиновения ауешит. То есть я теперь снова могу ауешить. А крылья? Какой работает? Какой поиск классный? Крылья нет, не работает. Карнес. Ну, это заберешь, тебя, типа, если чё. В смысле, этот пояс хороший на хил по валам. Хороший. Очень-очень хороший на хил по валам. Нет другого, просто на хосту. Он как, каневый? Нет, кожаный.
Кожа тут поседает, хулипал, давайте сами. Обидка. Да, то есть, это не, типа, блин, ну человек умеет играть, типа он понимает, что ему нужно собирать. Если он ролит, значит, ну, да, он типа. Не, я посмотрел, ступни падают вык на хасткрыт, а вот пояса вообще нету. Поэтому... Бери, бери, у тебя пояс будет только в этом самом. Да, да, да. Я есть. Единственное, да, что еще более-менее подходит, это 232 с десятки сика. Тоже относительно неплохо. Нахуй лепало. Не, там, если там здесь хорошо соки, там хаста. Этот и хосты, тогда... Там хоста крит, то что нужно там хоста, да. Тем более еще три гнезда, это очень сильно. Не спорю. Поэтому кастер не вжался. Был бы тканевый, то еще можно было бы поспорить. Не, ну тканевый я не буду. Не, тканевый я не ролил бы 100%. Тут вот кожаный, да, а тканевый нет. Тут лучше уже кастером пислить. Дон, так куда ты меня кик? Это, если вам нужен будет слот, там чеканите, я, ну, это самое, немножко температуры, я не смогу. Есть на замене? Есть кто хочет на замену встать? Не-не, я, блин, для температуры сейчас. Если что, там надо вылететь, там сразу зовите, я залечу. Ну, у нас замена пока есть, поэтому нормально. Все, да. А это чтобы это, хилбот не багался? А кого я забрал место, я могу уступить, если надо. Это самое... Нет, он так и хотел. Когда, завтра мой статик, да, идет, получается, если что, Рос, если я там не поправлюсь, ну, не буду стрелять. Сведешь, если что. Получается если... так. Ну так ты найди себе замену тогда. А что мне сказать, у меня есть замена? Ты ну, что? Нет, нет, себе замена, я так тебя записан. Ну, там, там найдешь людей, господи. Ну я еще пойду на ретрик, если надо. Да, блядь, у тебя завтра своя кара. О, блядь, точно нет, сори. Ты забываю. А ты с кем идешь? Ну посмотрим, думаю, поправлю. У меня самые сильные пацаны в статике. Понял. И это, слышишь, по поводу первого рейда мага Грула, когда оставишь, потому что я в четверг буду на сутках. Ну слушай, давай это обсудим завтра уже, типа. Ну, может, нет, не завтра, во вторник обсудим. Без меня, если что, сможете в четверг убить, а я второй рейд поведу, там скажу. Ну, да. Ну сможем, да, да, наверное, это да. Ну посмотрим, будет. Пока не ставь, давай этот, обсудим это потом. Хорошо. И этот, так, с рыбу ставили, все есть у всех? Должно быть, по идее, вроде никто не падал. Так, с темную ауру берет Расмус, дашь мастер ауру по команде. Поставил, не падали, по уровню попал. Паша, ману баф, пожалуйста. Рыбу ели, все? Можно, чтобы строй прицбафал, пожалуйста? Кто у нас забирает этих? Кто-нибудь есть на замене на пару боссов? Тут из уката идти надо. Ну кто у нас там на замене? ГГ Снип был, сейчас можем написать в Дискорде. Дуат вон может. Кто вообще? А вон Дуат да берет. Вон Дуат пишет. А вон Дуат может, давай. ГГ Снипа уже взяли. Да я это. Подбросьте монетку. Да не важно. Да не, лучше шипешка. Поставьте шкаф. А, шкаф есть. Что там писано? Когда там новый контент выпустят? Заебал это магию, его уже. В этот, в Новый год, я думаю. Новогодние каникулы в Кари Гер звучит не очень. Да, бля, это супер охуенно звучит. Ой, какой же кайф. Да, новогодние каникулы в Кари Гер, бля. Я прям, ну, слушайте, я смотивировался. Тут согласен. Времени, да? Хорошо, учебный год закончен, да? Хоть какой-то веселый контент будет. Этот, у меня есть, пацаны, один СС. Кому дать? Ну так и должно быть. Так, кому идеально, тебе даю. Так, слушай, у меня всего один на весь рейд. Я дал СС идеального. Я войду. Все. И кто-то карасю, дайте этот. Дай, ты мягко даешь карасю. Он карниз. Да карниз не упадет здесь, хочу бы не падать. Бля. Старый баф. ГГ-снип зашел. Готовый? Готовый, пацаны? Не-не-не, мана нету ГГ-снипа. Так, Сдонт, по анонсу, кто первый, кто второй забирает? Кто у нас вообще танчит? Танчит Сильваныч, да? Танчит Сильваныч, первый забирает Фикси, второй забирает Анон Босс. Фух, окей. На пульте там хорошо, пожалуйста. Мистер Неверлайн. Спасибо, я тут один. И ты напуливаешь сталелома, и в тех по чуть-чуть дашь.
Короче, сейчас никто не врывается. Нет, вообще, с пула никто не врывается. У нас нет напулов. С пула танк сначала ставит, потом мы начнем бить. По моей команде начнем бить. Без ДБМ пула пуляем здесь. Да я уже дал. На пул. Пошли. Никто не бьет. Навр ГП. Все, поехали. Да в смысле, я напулил? Не пила. Сейчас руну. Отводи. Приведи там руна. Сильваныч, ты можешь диспалить себя, если что. Я знаю. И Сильваныч, диспалить себя по максимуму. Так я два раза здесь спалил с тебя только что. Это просто удобнее, наверное, пока. Переводи. В мастера рун играем. Запишись. Мастер аур, быстро. Очень долго даешь мастер аур. Очень долго. В ту же секунду должна быть. Дистанцию набрали, кастер, сейчас смотри с собой. Хули я вообще стою в руне? Тут стоят только те, кто 13 кадров, ребят. Все, стопнули ДПС. Стопнули, все стопнули. Дистанцию набрали друг от друга. Ой, не убейте его. О, добиваем. Забирай. Сильваныч? Сальву фикси, Корнес. Сальву фикси. А, у тебя вижу, когда. Все. Сальву давай сейчас. Фикси, не умри там, стопанись. Наверное, пом. А, есть там. Я сдал уже. Фикси, заноти, сколько у тебя там секунд? Я просто, блядь, не добавил на лока. Дистанцию кастера 6, набрали? 5. Ассакру дали? Корнес. Отхожу, где одна. Отойдите от него. Таунт. Блядь, на пизде. Пиздец, ну ёб твою мать. Давайте, добиваем. Все, стоп флут. Бьём. Дистанцию набрали? Диспел. Массакру прожались сами, что можете. У нас босс умер. Бьём. 400. Цепекло, ребят. Ну я думал, он без всех кто-то умирает, он перекидывает сразу. Сори. Бля, лишний паник. Ну и лут, конечно, бля. А я что-то нормальное, пацаны. Это, а кто в рейде вам? Нужен кому это самое? Сори, сотрение. Нет. Да, конечно, там, блядь, половина рейда у тебя без везок сотрение. А кто там? Дрыщ, как минимум. Кара, дрыч. А, кстати, да, вопрос такой. Вот смотри, я не был в Magic Gru. Меня, ну, то есть, Бьорд перекинул. Я ЕПшку не полутал. Дрыч полутал. Он выше меня в приоре, тупо из-за этой ЕПшки. Гей, получается. Повезло ему. Ну, слушай, здесь, типа, не просчитать. Ну, в смысле, 2000 ЕП отнять просто и все. 1200. Ну, по журналу 2000 почему-то начислялось. 1200 начислялось. Ну, типа, нет, этим сейчас никто не будет заниматься. Это нужно обдумать будет потом. Мы примем ваши пожелания. Просто изучим их. Делать и все.
Их никто не ролит, походу. Дон, ты если там на кастера что-то будет, скажи, пожалуйста. И можешь диск мне отдать, блин, в целом? Ну я же кольцо ролил, мне что, забанили? Ну я отдам. Чего? Ебат, ты где? А ты что, ты плечи ролил, что ли? Не, я кольцо ролил. А, ну возьми у Кубоба, там две штуки. Оцепили, ребят. А за какие плечи ты говоришь, Войт? Откуда? Типа, с Волгалона? С Гера, да вот, кажется, ранее. А его разве ролили? Ну, типа, на ролл их кидали, но... Не а, их кидали на ролл, да, кстати. Ну, надо ролить, забираю. Да ему, конечно, на мишку надо, это бисовый, наверное. Хороший, да, хороший. Ну, там половину ему нужно. Так, ты берешь? Держи. Про кольцо кто говорил? Я. Ладно. Андрес. Вот так-то лучше. Где? Ну, сейчас я подойду, да. Наверх под... тебя Волк умер. Блять. Спасибо. Ты... Самонёте меня возле Калагарна, я пока запущу цепочку квестовую. Батю, портал. Это мягко. Рыба стоит вон в уголочке. Ты возложил цветы на моего волка, когда проходил мимо? Не, могу вот так вот дать. Не, я даже не делал. А можно снять шкуру? А, подожди, да, это ж 26-е, забей. И все щуплые, да? Так, суманите меня. Идеально, если я сам вспомню, я постараюсь. Бля, Лангрис какой страшный, блядь. Он вызывает ужас. Пушку поменяй, некрасиво смотришься. Отсюда. Это как елдына какая-то такая. Ну, типа да, да, типа как бы взял, типа знаешь, такой одет в Гуччи, и тут, короче, вилы. Видел мои наплечники? Где? Ой, Вась. Не, подожди, Дон. У меня этот пет бежит с этого. Все, вроде тут. Так, окей. Что, ебем? Кого? Слушай, ну я ебу, а ты как? А вопрос, куда, в левую или в правую вы? В грудь. Между этих, между его вот этих сосков. Бородой, да? Под бороду. Борода для пикантности. Под бороду напихайте, ребят. Главное сейчас не лутаться. Ударная волна, готовьтесь. Не веди через всех, но кто там ведет? Это я его в руку взял. Следите внимательно. В руку играете? Было бы круто. В тело. Лучи там сзади меня, осторожно. В руку. Чего он это рукой делал, интересно? Трясет этими пацанами. Так, случай, осторожно. А там в глыбе человек. Ну, да. Нормально. А бузер получается. В тело играете? Я на угол не вставал вовремя. Очень. Нихуя там вопро накрутил, бля. Смотри, какие у меня два топора стали. Так, а что, может уже по рукам сыграем? Да, сейчас. Так, сами... Скорнес. Да, вот сейчас в руку сыграйте.
Бля, надо, конечно, много чего дописывать. Давай в Калагарна доиграйте, не убейте руку. Давайте попробуем. Да, в Калагарна, в Калагарна. Да, все, куда? А что ты хотел? Ачивку. Без рук. У нас, по-моему, есть. Так, ну, у нас есть она у всех. У кого-то может не. Это запинь. Фу, я-то добрый. А, раз. Тест. Гляда, я к лайну. Ну, подожди, ну я паролю. Да. Типа, бля, можешь скидывать мне вообще все тканевые шмотки, я там уже потом буду этот, наряжаться. Не, буду ну, какой чест? Если б сокет был, вообще было пиздато. Кстати, да, смотри, просто. Сильваныч аддоном спалил, что Карнес это босс. Видишь, там написано Fatality, Карнес, Тирант, но... Опа. Да? Че, спалился, да? Да он, бля, спалился давно, я тебе говорю, это... А осколка не было? Нет. Это я упал случайно. По нашей раненой души. Так, а где мои перчатки, Дон? Ты шо? Какой комбат? Комбат, не могу отдать. А, слушай, забей, а можешь их не передавать даже. А давай кубоба на распыл, они точно мне не пригодятся. Они же там с меткостью? А, со скоростью. Нет, все равно скорость. Не у меня типа там неплохие с меткостью. А, перекосить на второго. Что же вы делаете, ребята? Отошли все, поднялись вверх, убрали песов. Пока что убрали только меня. Не спульте это под руку. Че, киску убьем? А будет? Куда мы идем? Нет, мы сейчас идем на Мемерона. Все, поднялись наверх. Пожарник? Угу. Так, ну что, на палубе или так нормально будет, думаешь? На Мемероне так нормально. Там РДД это хорошо. Окей, давайте. Терпеть его не могу. Тогда... А я его кахаю. Да не, в обычке эти осколки не падают. Дайте левитацию, пацаны. Дайте не, все, обычки закончились. Посмотри, Карнес просто сам против себя играет. Говорит, обычку пошли. Как будто осколки не нужны. А на холе палос убираются осколки сейчас? Карнес, чё ты? Вот этот начинаю. А чё? Всегда осколок будет, да? Нет, но выше шанс в два раза, чем с обычки. Вероятность крайне мала. В обычке. Помянем. Так, рыбу. Фул рыба. По тактике. Расмус и Диабло. Вы знаете тактику? Расмус нет. Напомни по очередности. Давай. Да все рассказывай. Короче, в обычке вы здесь били? Ну, Рос, я... Ну, в обычке, да. Я в десятке бил. Прям. Ну, вообще десятки ничем не отличаются. Вообще ничем. Так, смотрите, в чем фишка. Типа, на первой фазе то же самое. Смотрите аккуратно, где мины. А где рыба? Не поставил, да, точно. Сейчас поставлю. Смотрите аккуратно, где мины. Выбегаете от АОЕ коста вне мин. То есть не взрывайтесь на минах. Понятно, да. Вот. Вторая фаза для миликов. Ну, не ходите в огне, который будет под вами. Если видите под боссом много огня, просто отошли, подождали, пока потушат. Не нужно там, типа, блин, первосердство. Так, Скарнес, возьми ты лучше Fire Ауру. Расмус берет третью ауру. Сильванович... Я люблю здесь. Ну, слушай, а он помимо, короче, ну, огонь... У нас сокрыть сейчас у него. Во второй фазе. По очереди говорите, но имейте свой огонь. Повторите еще раз. А, подожди, помни стоп. Ауру. Все, Сильванович сейчас в ДД. Тогда Fire Auru, этот, Сильван, отойди от рейда, тоже возьми Fire Auru. А кто танчит? Фикси. А он умеет мальчик? Да, разберется. Бля, я тут первый раз, кстати, за РДД в хайме. Сложно. Да и вот. Просто по фазе еще будет огонь, да? Везде будет огонь, на всех фазах. А, в них стоят, ну, в огне не стоят, да? Не слышно. Нельзя в них. Ладно, первая, третья пати налево, вторая, четвертая направо. Хилы слева стоят. Давайте Карнес и идеальный. Все остальные трое справа. Первая, третья налево это от кнопки или смотрим на босс? Смотрим на кнопку. Все. И этот, дайте, пожалуйста, кулак по хантам. Обновить.
Я на хантам. МП5 стоит, ужасно. Кулак на хантам давите, пожалуйста. 2 минуты осталось. Сейчас, секунду, ребят, подлагал. Танк фикси, да? Готов. Танк фикси, да? Да. Все, хорошо. Ребят, можно мне хотя бы вместо МП5 кулак поставить? Расмус, ты бафаешь кулаки. Сильваныч, каски, Корнес, этот... МП5, как обычно. Да. Я понял, слушай, у меня стоит МП5, сейчас сделаю. Вот я по центру стою, просто дай мне кулака, все, не надо там пока пересолить. Всем кулаки, всем давай, кулаки, мелика. Давай я лучше, там вот будет быстрее. Далось? Ты мне МП5 обновил. А чё за фигня? Нормально. Это мне релок надо делать только, если подождете. Да не надо, вы все равно. Нет, всё хорошо. Похуй. Без кулака буду. Расмус, что там у тебя? Обновляется? Обновили. Это? Через шип. Обновили, все, обновили, спасибо. Без каски, но это нормально. Поэтому никогда не пользуйтесь ебаным полипауэром, блядь. Да, они не в полипауэре проблема. Стойте в одну линию. Не, он правда бахает. Пробежали. Шипешка, пройди вперед. Бутер. Куда? Куда не подальше от огня, чтобы на тебя не перегнулось. Ну, уходи. Класс, молодцы. Уф. Смешно. Самое смешное, что они ходят с нами уже сколько раз, все равно падают на одном и том же. Так, сейчас. Бьем. Вам через пи. Карась, бля, дубовый прожимай, почему ты не прожимаешь дубовый по дате? Когда в тебя прилетает какая-то ауешка. Почему вы... Пламя, две пламя. Ну, ДПС. Чекните, стопаем. Стоп ДПС. Отошли. Прохим. Добиваем. Квадрат, все в квадрат, прям в упор в стенку зашли. Такое. Слушай, ну машина на третьем месте по ДПСу, и не стесняюсь своего ты, ДПСа. Ты кабарить? Yes. Не сейчас, пойдем. Одна секунда. Отошли. Ну вот сейчас бэрить? Да. Не отходите далеко. Почему вы продолжаете из дебафа, который на первой фазе, типа, вот, выбирает типа таргет, который огнем дамажит? Почему вы продолжаете выбегать из этой фейковой лужи? Это так, же так, не лужа. Пошли. Кво, потом это поговорим с ними. Ну, как раз дубового вообще не жмет, осуждаю его за это. 2 секунды, 1 секунда, побежали. Все заметки стали, за крестик, за ромбик. Ребафните Факина. Факин. Можем жерки, просто все играем. Берегитесь. Отошли от ледяной же, помните? Она на входе будет. Массакру, Корнеас. Вы умрёте. Ну, пиздец, ну как это отбежать? Ну бегите, огонь, ну ёбаный в рот. Забись. Вы заранее могли просто отбежать и всё. Всё, стоп фут. Ну прекратить ДПСить. Донт, раздай БР. Я встану. Сейчас фаза будет. От ракеты дошли? Тотем ставлю. Печенька стакнулась. Возле квадрата печенька будет. Стакнулась печенька быстро. Кубоба поднимите. Тарас, подними Кубоба. Влево. Все вправо пошли. За печенькой перешли, сейчас быстренько. Пошли. Будем отсюда начинать. По ромбику, по шаманам, прибав. Каску МП5. Пристан, на СП.
На пул сдали в дрыща. К стенке ближе огонь подошли. К стеночке ближе подходим. Вот такой бобу достает. Ладно, круг пройдем, будет там. Побежали, 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 побежали. Сейчас огонь будет. Дальше. Ну, я говорю, побежали. Давай перейдем за этот пятачок. Перешли сюда. Печеньку. Почему не Бэрон или Кубоба? Раз. Переходим. Печеньку, печеньку. Квадрат луну не трогаем, остальных можно заливать, кто к нам подходит. Дебаф дайте. Бот, бомбот остановите. Войд, подними вовра. Огонь 2, 3. Сейчас побежим налево. Побежали, побежали, побежали. Я потихоньку сигнал. Зонт метки на сигнальных. Есть уже. Залили сигнальных без меток. Бля, я еблан, но похуй, надеюсь, что я не кинет. Все хорошо, вот за треугольник встаем. А, фаза, рассосались. О чем я говорю? Так, доиграли в сигнальных без меток. Да быстро. Я добью. Все, добей. Их много. Три. Все добейте. Так, дальше. Стаунтил голову. Стаунтил голову, фикси. Дрыщ, кару, раскол. Бомба там. Аккуратнее. Кару раскол. От бомбы все отбежали. В крестике бомба. Играем в грудь. Массакру дай. От обстрела отошли. Идеально, есть БР? В голову играет. Кару, да. Бутер. Идеально, если есть мир, подними. И Айнен. КД. Угу, Войд у тебя. Перешли за печенькой, быстро, рейд. Перешли, переходите. На другую сторону перешли. Чего вы там все зажались в кучу? В одной пачке не стойте. Смотрите, у огня нету с другой стороны вообще. Ледяная бомба, отбежали. А, блядь. Посмотрели, где бомба, отбежали от нее. Нету бомбы. Должна была быть, ну ладно. Просто бьем. А, в грудь. Мелики ноги, РТТ грудь. Вращение сейчас будет, готовьтесь. А, нет, шоковый, наверное, сначала. Не-не-не, сейчас будет вращение. Шоковый был уже, по очереди идут. А, по ногам, больше по ногам. Нет, шоковый. Отбежали. И вращение. Хорошее вращение. Поднимите только рейд. Идеальный. Просто в ноги. Ноги голову. Сейчас грудь умрет. Голову добивайте. Все, ГЦ. Бля, как же здесь просто за РТД, блять, и вы вдохнете постоянно. Обсуждаю. Раз я слоился на слове, когда я заебу за себя. Бля, ну где осколок, алё? Что за бред? Сколько тебе осталось осколков? Мне осталось 6 осколков. Спасибо. Ну, следующее колечко. Зато колечко розы неплохое выпало. А, печать, да, заберите печать. Хорошая колечко. Подожди, насколько... Нет, она мне особо не нужна за ГП. Дон, не хочу за ГП. Но мусор надо. А, когда это шоу, ДКшка... Всё, Пиркс, давайте, да, я тебя это... меняю. Ну да, за половину, за 50.
Тебе, кстати, она, наверное, друг как раз заебись будет. Слушай, на третий спек надо 25 давать. Армяс, подними, пожалуйста. Не, ну это просто офспек. Да, маны не было. Я прикалываюсь. Ладно, я вижу. Вестибюль? Или галерея, точнее? Да, в галерею сейчас убьем кошатницу. Ага. Да нет, Бьорн, ты вот говоришь, что ловлю тебя этот... супер просто. Просто, типа, кастеры, я не понимаю, у них, типа, какая-то манечка, они стоят в куче, вместо того, чтобы на четвертой фазе разбежаться по этому и просто, типа, чувствовать себя хорошо. Нет, они жмутся друг до друга, лутают больше урона, типа, им тесно. Лутик, что за дела? Давай вынес. Какие, блядь, квесты? Милик, ой. Войт, ой, этот, слышишь? Донт, что этот? Войт, передай кольцо. Ага, да, за половину ГП. За полтос. Этот Бьорн, типа, этот 39-й шмотки будем по 100 давать. А этот уже нормальные, типа, трени, там этот по 200. Пухи. Ну, сольды. Ну да, типа, блин, потому что здесь люди просто уже не лутаются, потому что все ждут Т4, типа этот, никто не хочет забирать сольды шмот. А так, типа, если давать поменьше, то нормально как раз. Так они так по минималке стоят. Ну 150, блин, это типа шмотка 45-я, так же само стоит. А типа никто не хочет 39-е брать, когда и 45-е за ту же стоимость. Кстати, а что, я апнули? Да. Нормально. И по ЕП я там типа тоже писал, 1500 как раз заебись будет. Без вот этих ХМов модов, типа, потому что они для нас уже как обычка, с первого пула все убивается. Все, стакнулись печеньку, быстро. А суммоните. Да шкаф суммоним. Быстро. У нас есть секунд 6. Плюс там, кого суммонить? Вот рыба, кто сдох, ешьте быстренько. Товарищи, престы, бафайте еще кто-нибудь, кроме меня. Я заебал тоже. Раз он забежал быстрее. Все, стоп тут. Сильваныч, ты тут? Сильваныч? Блядь, Сильваныча нет. Походу, Суза нет тоже. Ну все, пошлите, значит, дальше чистить трэш. Забейте, не будем крышатку давать. Вы на фулл решили закрыть, да? Ну, конечно, да. Мы уже алгалонами Мирона собрание убили, там все оставшееся, типа, мусор. На стойку. Да. Роты пока да. Там агро непонятно на ком. Сейчас просто на стойку появится. Сейчас будет мне, брат. Там босс танчит, смотрю. Он не будет. Ну, танчит. Я протаю. Все нормально, пацаны. У нас вообще-то, да, протодемон есть, типа, чё там, блядь, напрягаем наших варов. Ладно, уже 3,5-4. Растёшь в глаза. Кубов, давай нормально танчишь, ебал. Сейчас. Говорили, дыхание выпустим. А, слышишь, Донт? Донт, ты тут? Да. А какие токены упали? А, шаман. На этого, на лока нету? Вархан, шам, 2 штуки. Понял, все. А то я, блядь, забываю с роли чмот, пацаны. Вспоминаете? Я так себя чувствую очень сильно. Зачем мне шмот? Я гудлик, а что такое? Какой ша? А, ну окей, давай, лети. Мы тебя суманем к этому. Только быстро, пожалуйста. Чтобы вставил туда сердоль. Ну да, кстати. Он хочет 10 квестов сделать. О, смотри, там... А, это... нет, Гудлик, 10 квестов нет. Я думал, ты просто хочешь купить ее. Там этот пояс охуенный. Пробегаем слева аккуратненько. Ты видел? Фикси ушку тебе. Давай распылю. Все, Гудлик, потом, значит, сделаешь, после рейда. Блять, залагал. Сманете меня потом, пацаны? Да, саманем. Если у кого-то есть камни, потому что у меня нет. Я просто не хотел этот, ну, попробовался, ребят. Кстати, на пул. А, ждал. Уже когда? Бля, почему у меня символом так мало падает этих? Гудлик, слышишь? Принимай пати, заходи в рейд. Рос, дай лутера, слышишь? У меня нет РЛ. А кто там? Дон, дай лутера, по-моему. Зачем? Камушек можно распылить.
Пацаны, 5 камней насосал. Слушайте, нормально. Так, СС раздали, фрост ауру взяли. Расов как убрать? СС точно так же отдаем. Я даю идеальному. Да, это мягко карасю, кару, вайтфир. Все, можешь все, можешь забирать лутера. Можешь сейчас ДПС крутить, да? Да, не умею здесь на кастере. Сейчас сдохну, бля, будет так обидно. Здесь легко, кастанул, отбежал, и не сдохнешь. Так, шкаф, хрипатый, ты где? Так, хрипатый вылетел или что? Он отходил что-то там на 3 минуты. Дуат, ты тут? Песнево убьем. А где этот гудлик? Давайте суммоньте. Окей, давай без этого. Шкаф поставьте, шкаф, суммоньте гудлика, суммоньте лангриса. Он уже, он не принимает. Ад. О, всё. ДП, блин. ДП, блин. Так, лангриса суммонули? Кстати, насчет КП, точно. Там же у нас никто-то не отбегал. Да, да, и вот тем двоим, которые сдохли от шокового, это нормально. А там остальные вроде уже там в этом сдохли. На четвертой фазе. Кстати, с шоковым там можно нам поспорить с последним, который был там, подбежали. Какой последний? Два... Говорю, за первый. Ага, все. Который просто на первой фазе типа два не отбежало. Там Валк вроде и кто-то еще. Нет, там не Валк, там я был. Я тебе говорю, что там Валк и кто-то смотри, еще. Смотри, я умер не от этого, не об обстрела, а от огня, который я пытался перепрыгнуть, чтобы от, ну, не умереть от огня. Иван окупал, что ли, блядь? Брат, у нас все задокументировано в чате. Вот, у нас первый сдох Валки Факин Мэтт Донт от Шокова на первой фазе, это точно МГП. И дальше лазерный обстрел Расмус, Вовбро, Кубо под пламени, Донт короткая очередь. Я не знаю, чего вы сдохли. Парни, это Диабло говорит. На босса... Он два так дозвал вроде. А что Диабло говорит? Стоп, лут, еще раз. Меняйте на босса меня, у меня давление скакануло, из носа кровь пошло. Окей, хорошо. Опасно, да. Дуат, давай в рейд. Хрипатый, ты тут? Гудлик, я тебе расскажу, это когда на РТ ходишь, ты получаешь ИП. Да, там, короче, убиваешь босса, и за это ИП дают. Я думал, только я это знаю. Что будет, когда рейдов 20, так будет штук 7? У нас будут ходить только самые, типа, актуальные. В Накс Рамос будем ходить. В Накс будем ходить, да. Так, тыкнули, призыв начат, ждите ответа. Дуат, суммонишься? Кубов надо бессмертного собрать. У кого фростаура? Ну, так. У Расмусов. Все, Расмус, ты дашь мастер аур по команде. Корнеус, мастер кру дашь по команде. Все. Готово, все? Поехали, пуляем. Агро срываем, пацаны. А вот Арим убили. Бля, тебе собаки. Куда ты ее дел? Ты, блядь, забыл ее резнуть. Думал, ты ее выгуливаешь обычно просто. Ты нет, татуя избавил. Костер нашли? Стоим возле костра, настакиваем. Раздали дебаф, дали Геру. А ты идите, зачем ты сюда подводишь, блядь? Давай мы хоть Геру вообще даем здесь. Ну, моя команда хуёвая. Да, пиздец. Я стою возле костра, я настакиваю на боссе. Лангрис, двигайся, Войт, двигайся. ГГС, не двигайся. Баф-то в рейд занесите, алло. Зачем он баф? Чтобы депесить. Ладно, держи. Д что? Песить. Это как? Это ДЦ спроси. Мастер аур. Пацаны, до конца стоим. Ты мне просто собаки не было. Ты бы раздумал. Ой, мороз. Ой-ой-ой, что за... Ой, что за ачива? Кубок, ну мороз. Давай, ребята, на машины получается. Вообще, Дон, закинь мне там токен. Вообще, круто. А, бля, мне крутых не нужен, не надо. Да, пацаны, 17 тысяч ДПС у нас на троих. Нормально? Че вы там, в спину дышите? Не выходите за дверь. У Кару 19, у Кубоба 19, у Гудлика 19, у Труща 13. Never. Эри,
Да, а как я дал 14к, если... Назад зайдите. Ты видишь, у меня руки светятся? Все вверх поднялись, быстро вверх. Ой, поднялись. Ладно, блядь, перестань. Уберите все там тотемы, что там ничего не стоит, нормально, честненько. Да я, блядь, без собаки был. Я там это подруга, она далеко? Все, побежали, побежали, быстро ко входу. Проходим ко входу, возле входа пальнем ее. Пошли. Let's go. Давайте, давайте. Диабло, ну пока, пока на замене сиди, Диабло. Потом тебя с Соней, если тебе надо. А это, за ИП что сейчас продавать вообще можно? Что покупают? Что ты сказал? За ИП. О, слышишь? Смотрите. Нет, ничего. Типа нету вкладов. Дон. Цапнулись печеньку. Видите печеньку? Почему вы стоите не в печеньке? Дон, там меня Гудлик оскорбил в этом. Теснее, мне холодно. Дон, ты мне скинул токен, я не подходящий. Короче, прости, я не бафую, заебали, бафуйте тоже. Есть такой, что ли? В печеньку, кучнее, ребят, мне тут этот, мне тут есть чем дышать. Да, банан съебался. Неудивительно, блядь. Не зря я с ним никуда не ходил. О, банан ливнул, классно. Угу. Ну, а меня понизили за это. О. Этот, Сильваныч, дашь 50 на 50 при пуле? Да, ну, да, когда прыгнут в тебя. И постарайся, чтобы они в тебя сначала прыгнули все-таки. Все, и теперь 50 на 50, и переходи к нам. Массакру. Все, бля, ну, чувак, типа, 50 на 50 было? Вам жесть дайте. Набафайте его. По танку дайте, по... Чё, пристань. Рейсбол один. Раз, да это мягко. Кик коста. В печеньку стакнулись. White Fury в Кару. Берегитесь. Готовьте защитника, играем. Сыграли защитник. Перешли. Отошли. Берегитесь. Фир, отошли, отошли, отошли. Кик коста. Дон, где это тем? Стоим. Печеньку стакнулись. Готовьте, сейчас защитника сыграем. Еще раз и все. Все, защитника играем последний раз. Берегитесь. Кик. И быстрее стакайтесь. Массакру, массакру. Отбежали. Печеньку стали. О, даже не рядом с печенькой, пацаны. А ну, открыли глаза. Тоже все. Я. Что, кто это там вот этот? Не в куче стоит, ну, блядь, ГП. Я подхожу. Посмотрите, где печенька, а где вы. Если это где мы, а где печенька? Нет, 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 я сказал печеньку сразу дом. Знаешь, как революции проходят? Ясно, ясно. Революция в нашей больнице, да, я так и понял. Но как оживить обреченные лица? Мы перед лицом встали. Ох, молодцы. Еле успел. Хорош. Эй, это. Дон, ты видел, что там писал мне Гудлик перед пулом босса? Неприятные вещи получаются. Да. Так, на Тори мы погнали. Понятно. Что там по ГП? Дайте на его ГП, он токсик. Токсик или душный?
Ну, блядь, одинаково. Гильдии, ребята, сейчас бы вот эти ваши виды различать. Под класс или как там это называется? Под царство. Под царство, да. Так вот. Семейство душный этот. Под царство токсик, да? Да, да. Отряд ракообразный. Нет, это этот. Это раса. Ну, кстати, много расы ракообразных. Фракций. Ну, реально, почему крабов еще не вели, типа Warcraft? Я бы поиграл. Там... Ты бы всех перевел в них. Да. Ну, понял, типа, краб, у него там, типа... У него просто реакция отклика будет, типа, такая, ну, 5-секундная. То есть тебе нужно будет играть прям стратегию, а не лодку. Типа, чтобы играть на нем, тебе нужно... Ну да-да-да, тебе нужно просчитать все и начинать двигаться за 5 секунд до этого. Ну, я же говорю, надо... Короче, когда ты создаешь персонаж, тебе VPN автоматически, аддон, типа, добавляется, и ты играешь. С крючком 5000. Ну да. Зато те, кто будут за крабов играть, они ебать, ну, типа, которые хорошо будут играть, это будут цениться люди. Ебать, там должен быть какой-нибудь очень имбовый бонус. Да, что можно боссу откусить какую-то обилку. Вот, это вообще имба. Типа, не нравится там, например, налечь тебе это... Что, валькирия. Взяли, откусили валькирии. А, о, валик, да. Ну, это вообще... осквернение. Да вот, что там, да, осквернение, да. Бля, осквернение хуйня. Ну шо? Да-да-да. Да чилиться не купаться будут просто. Иммун к луже. Не, слушайте, наоборот. Типа... Крабам нужна такая билка, которая будет раскидывать вокруг себя союзников. То есть, ну, не чтобы от него отбегали, типа, ему впадло отбегать, он взял, типа, нажал кнопку, все от него отбежали сами. Бля, слушай, прикольно будет так попало. А смотрите, они же, когда добавили Void эльфов на Сирус, они им сделали грипп союзников. Но после этого, типа, это стало слишком обузным, и они его отменили. А так вообще было круто. Да, согласен. Такой ДК хороший был бы. Так, берем в МК этого. Это? Ну да. Беру. Берите в МК, убиваем вот этих вот типов. Мы с зонтом ставим метки, плюс один. Вы идете чистите трэш на фрею. Да. Много у меня столько хп на салфах, как у капитана. Я бы может в ПВП. Да, народ, буквально 30 секунд по работе, ага. В звездочку стань и отходи. Быстренько. Не, Дон, переставь звездочку вот сюда. Поняли. А кто он здесь, АФК? Что тут монитирует? Нет, Рос, это неправильно, слышишь? Он здесь. Она по центру стоит, она по вот этим, видишь, линия. А мы всегда ставили вот здесь, и было хорошо. Нет, ну хорошо, я давай сюда. Ставил сюда, да. А, ну по. Так, давай. Кто там? Давай, Дуат, иди сюда, ты тут? Ванкрис, а ну, отпусти. Вообще, на я тут, но я пока, я буквально одну минуту сейчас... Звездочку стань, Дуат, звездочку стань. Блин, я отошел от компа. Ну, возьмите одного типа в МК. Подождите, а откуда взялся второй? А, один взять, не знаю, кто второй. Ладно, убили его. Было 30 секунд, а теперь уже этот, странно. Уже минут. Убили звездочку, убили звездочку. Маловато, Сливан, дальше надо сходить. Сейчас мы звездочку бьем втроем. Развлекайтесь. Так, вы там даете эти... На пулы, да, даем, все нормально. Не-не-не-не-не. Баны тоже даем, все нормально. Только ДК, если бы не гриппов, было бы вообще офигенно. Он не знал, он по ардыкской тактике сделал. Они там гриппуют. Все, хорошо, этот... Стали в звездочку, кто там у меня? Вот, давай, Корней, останови звездочку. Чисто. Даже чисто. Так, чисто. Я думал, пошутил про трэш на АХС. Не, ну, вот так достаю. Ну, такое. Давай я её сюда, вот сюда, точнее.
Ой, это случайно. Можете не принимать. Я не готов. Ну, пойдет. Хорошо. Из тучки выйди. Это точно достает. Давай сюда. Давай ее сюда перестаю. Гагасниб, выйди из тучки. Давай сюда, Дан. Да, уже поздно. Я хочу так просто на глаз тыкаю. Бан плёточника. Вот здесь, кстати, до дуата я достаю. А, дуат, потому что сзади меня стоит. Всё, окей. Вот эти единственные две вещи проверить. Давай, давай сейчас этот, типа, станем в милике и походим здесь чуть поближе. Вот, типа, если я буду условно стоять. Ну, слушай. Вот, ну, вот так я до тебя достаю, да. Ну, вот так нет пойдет, уже. Пойдет, пойдет. Я тоже думаю, умрут так умрут. Что у нас вообще по миликам? Сильваныч, Фикси, танки, Расмус, Босс, Вов, Бро, Хрипат, Дуат и Валк. Много. Валк, РТТ. Не, немного, почему? Как раз. 80. То есть, 2, 3, 6, 5, 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 когда уже все соберемся вместе, я посмотрю, что у нас как паладином и как куда. Тогда кто у нас снаружи остается? Бутер, Гагасниб, Бутер, Гагасниб, Луна. Туда еще Корнеаса запихни. Идеального в череп запихни. Да пускай распишет сам. Ну да, ну просто я тебе советую. Да. Меня тоже желательно в череп, но, наверное, нет. Ты бегать будешь. Так, ладно, я пошел, пока побью трэш. Все, я мем сделал, ребят. Сложно. Это место. Бля, они вообще-то раз. А почему, кстати, этот один блондинка, второй брюнетка, или как он называется? Это, ну, это же биполярочка, все нормально. Там же кто-то спалил, что ноун равно Корнес. Ну, так все, ну, правильно, слышишь, он, короче, этот, ну, типа, до конца, типа, держался, но в итоге спалился на этом. На йоге, когда одновременно, короче, взял, на двух персонажей вышел, ну, типа, и все. Типа, все, спалился, да? Типа, это конечно. Все знаем, и...